Джеймс Бонд. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Да, давненько не было меня. Работа. Хорошо, что я записал заранее все. Одиночная игра. Компания продолжит. Я даже не помню, на чем я остановился. А, мы вроде золото грабили. Как миссию-то посмотреть? Найдите кабинет. Найдите в кабинете улики, подтверждающие его связь с террористами. А, все, понял. Здесь у нас пункт погрузки. Готовим партию к отправке. В неделю выходит 3-4 колонны. Блин. Бум. Как же меня бесит это слово. Я смотрю на это так. Для кого террорист, а для кого живые деньги. Пойдемте. Тут есть на что посмотреть. Давай посмотрим на что тут. Сюда, ладно. Что такое, блин, помповики? Так. Принтер. Блин, он, кстати, тяжелый. Отражение есть? Отражения моего нету. Я вампир. Так чувствую. Ага. Успел? Пока вроде справляюсь. Блин, так, забыл уже, где какие кнопки. Вот так вот как-то держать Е, чтобы подобрать. Но вот это, кстати, с глушителем можно. Так, а как у меня оружие то переключается? Блин, все забыл, все. Ну-ка. А, блин, где? Настройки. Управление персонажем. Левый стрелять, прицелиться, перезарядка. Сменить оружие. Так, мышь 3. Устройство, мышь 3. Удар, смена краткости прицела. Ага, все, понял. А у тебя что было-то хоть? Не понимаю, что такое, конечно. Здесь вообще что такое было? Проберитесь в кабинет Санчеса. Так, ладно.
А, вон оно что. Блин, ага, все, вспоминаю, вроде так. А как мне? Так, подожди. Так. С какого бы мне вот так надо? Так. Так, вот здесь вот зеленый. Вот так. Вот так. Не. Какой не подключен? Вот этот. Синий, красный. Все подключено вроде так. Охренеть. Он не может быть так. Так. Подключено, подключено, подключено. Где не подключено? Вот эта херота не подключена. Блин. Так. Так, если предположим это так. Это так. Нет, зеленый-то здесь. Ага. Вот так. Так. Ну давай. Сканируем, как Бэтмен нахрен. Так, минутку. Так. Подожди. Вообще не так. Так. Вот так. Подняли. Но я вижу даже отпечатки пальцев. Так. На связи. Улики связей Санчеса с террористами. Поддельные паспорта, визы. Они возят наркотики через границу. Все? Отлично. Я лично даю вам разрешение убрать Санчеса. Вот так вот.
кто-то вышел. Я слышал. Блин. Вроде без палева все сделал, так не должны по идее тревогу-то поднять. Давай. Нормуль. Так. Хрен нас там, ладно. Предположим. Что побудило вас предать УБН? Все это есть в вашем блоге. Расскажите что-нибудь новенькое. Например. Куда идет сигнал с ожерелья? Никуда. Я записывала, чтобы защитить себя. Умница. Так. Кто-то где-то лазил. Я прям слышал, или это двери вот эти закрылись. Так. Где ты? Вот так. Думаю, того пока хватает. Это отходы ядерные или термоядерные. Вот так. Вкуснятина. Идем. Конечно, идем. Сейчас я всех захренакаю. Где ты? Не лезь.
На. И отсекать не надо. Вот так. Блин. Злыдни пищукатые. Так, ладно. Так. Да не, меня вроде все устраивает. Ой. Не открывается, ладно. Видеоролик. На помощь. И конечно же. Ну ё-моё, вдвоем против одного. Убить его, убить обоих. На. Вот тебе и Бонд, Джеймс Бонд. Ни хрена. На. Не ожидал? Да? Блин. Еще один удар. На. Уматывай этого козлину нахрен. Ой, я. Так, подожди, не спеши. Ложись. Блин. Да стой ты. Почему именно здесь у меня глюкнуло много людей? Так вроде мне позволяет в эту игруху играть-то. Так. Скорее бежим. Да, действительно, нахрен, что-то у меня тут под глюки только из-за чего не знаю. Нельзя останавливаться.
Так. Прикрой меня. А что тебя прикрывать-то? Так. Ложись. Блин. Подожди, подожди, не спеши. Успокойся пока, подожди. Блин, блинский. Помогай, ядрёный вож. Чё, пальцы? А ты чего, ядрёного же, вы без меня какао пьёшь? Бумбараш. Блин. Так. Еще один где-то там. В укрытие. Блин, блинский. Где? Так. Так. Джейн, скорее. Да бежим, бежим. Так. Давай. Где ты, падла? Ладно. А, вот, да я даже до грузовика дошел нахрен.
Ну дальше он сам. Да, далеко уехали. Прямо такие гении побега нахрен. Где? Все нормально. Пока все под контролем. Давай наверх. Ну я так хотел наверх, но правда за патронами. Да, я знаю. Где? Я больше не выдержу. На. На. А, так мне еще и назад идти. Скорее, Джейн, все больше. А я-то тебе как приду? Мать его! У меня даже на ум ничего не приходит, как тебе помочь. Ну. Я больше никого не вижу. Кого ты там стреляешь? Растудить твою в качели. Я так понимаю, что я должен на него стрелять. Так, ты еще и развернут должна быть туда.
Не понимаю. Ну что, говорю, глюкнуло. Вот он, падла. Так, видимо, где-то глюкнул. Хорошо, что вот так вот можно подломить было игру. Так. Что нужно? Блин. Ни хрена ты меня так-то дрессируешь. На. Беги. А, я с тобой. Прекрасно, это еще лучше. Да, конечно, продолжим. Выкинул. Угу. Нажмите, чтобы ускоряться, чтобы торможить. Гонки это вообще не мое. Ренушки вам. Мимо. Мимо. Давай. Блин. Спасибо за подсказку. Да если бы.
Не успел. Много. Давай, Джеймс, он на критике. На. Потерял пистолет. Ай-яй-яй. Ага. Охренеть. Опа. На. Еще что? Ну, слава богу. Завалил козла. Классика жанра. Он где-то тоже выжил. А когда я закончу с тобой, разберусь с этой девкой Пэм. Дерись, сволочь! Давай! Ну? Что-то не понимаю. Вроде и делаю это все правильно. Что, боец прямо-таки, да? Но против Ми-6 что-то не идешь. Сделал все это ради американки? А при чем здесь националист? Нет. Это ради моего друга. Этот урок вы не забудете и не переживете. Видите, мистер Бонд, вам не убить мою мечту, зато моя мечта может убить вас. Друзья, зовут меня Джим. Не везет в жизни. Не везет в любви. Его зовут Сан. Не везет мне смерти, встретимся, повезет в любви. 9 граммов смерти, постой, не зови.
Не везет мне смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Агента НБ Джасинта Джонсон зарегистрировалась в ледяном отеле 45 минут назад. Она ожидает вас в ледяном баре, чтобы ввести в курс миссии. Найдите ее. Дополнительная цель. Так. Вау. Он самый. Джасинта Джонсон. Друзья, зовут меня Джинкс. Не везет в жизни? Не везет в любви. Не везет мне. Что вы узнали о Грейвзе и Икаре? Надо проникнуть в офис Грейвза до презентации. По пути я веду вас в курс дела. Ну, пойдем. Думаю, это Грейвс. Вон там. США интересует технология, на которой основан Икар Грейвза. Нас тревожат аспекты двойного использования. То, как нечто совершенно безобидное превращается в оружие. Я должна повесить эту штуку на контроллер, чтобы наши смогли перехватить протоколы управления Грейвза и разобраться в этой технологии. Мы должны начать поиски с номера Грейвза. В номер можно попасть из VIP-зоны, но сначала нам нужно незаметно подняться туда. Ну ладно, давай подниматься. Открывай. Джеймс, мы должны проявлять осторожность. Раз, три, раз. Понятно. Бонд, нас не должны обнаружить. Леди и джентльмены, демонстрация Икара начинается. Прошу вас. Пока все нормально. Вот. Здесь должно что-то быть. Вот он. Джеймс, вам нужно набрать код. Открыли.
И что это такое ты мне дала? Установка не займет много времени. Какие-то руки. Дело сделано. Эй, давай быстрее. Грейвс ждет. Да, сэр. Канал связи с Икаром установлен. Густав, канал готов. Окей. Окей. Начнем презентацию. Бриллианты ему к лицу. Его зовут Цао. Он северокорейский шпион. В прошлом году он убил двух наших агентов. Я займусь им. Нет, не сейчас. Сначала мы пойдем на презентацию и узнаем, что связывает его с Грейвзом. Потом он ваш. Ну, что вас связывает? Представьте, второе солнце, которое сияет в небе, как бриллиант. Да будет свет! Я дарю вам Икар. Дарю прямо-таки. Точнее, что за Икар? Как им пользоваться? Что скажете? Смотрите, вон туда. Итак, ваши деньги потрачены не зря? Впечатляюще. Но вы уверены, что это сработает? Это меньше половины мощности. Так, почему бы вам не вернуться на прием, пока я готовлюсь к следующему этапу? Бонд, мы выяснили, кто эти люди с Грейвзом. Северокорейские военные. Ваша задача — взять контроллер. Нельзя допустить, чтобы он попал к ним в руки. Займитесь, Цао. Я пойду за Грейвзом. Не лезьте на рожон. Вы тоже. Хорошо. Задание не выполнено. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!